Это Мур. Тут неспроста. В небольшом кафе в Вашингтонском районе Джорджтаун, кроме стандартного набора эспрессо, капучино и миндального печенья, предлагают удовольствие особого рода. Я прямо уже чувствую себя спокойнее. У меня выдалась сложная неделя, и прийти сюда было отличной идеей. Владельцы кафе решили совместить полезное с приятным. Это отличный бизнес-ход. Посетители рассказывают всем своим друзьям о новом коте заведения. По вечерам тут не найти свободного столика. Но главное, четырехлапые, полосатые, усатые и хвостатые временно обитатели кафе быстро находят себе новых хозяев. Мы открыли 7 недель назад. За это время новые хозяева появились у 16 кошек и 2 котят. И вроде бы посетители хотят забрать еще 2 кошек. Кто тут в заведении хозяин, а кто просто кофе пришел попить, сразу понятно. Хвостатые могут нагло занимать лучшее им кресло, лежать прямо на столиках, напрашиваться на руки. Либо вообще демонстративно игнорировать двухногих кофе и кото-манов. Для посетителей есть даже специальная инструкция. Кошек не будить, стаканы с напитками держать закрытыми и вообще подписать бумагу, что владельцы не несут ответственность за поведение кошек и ваше здоровье. Впрочем, кажется, никто и не жалуется. Это отличная возможность сразу оказаться в окружении разных кошек и вообще понять, насколько я кошачий человек. Потому что, когда приходишь в приюты, они там все сидят в запертых клетках поодиночке, а тут они свободны и могут играть друг с другом. Порция положительных эмоций, или, как говорят в соцсетях, ми-ми-ми, гарантирована. Кстати, очень удобно. Можно сделать сразу и селфи с друзьями, и запустить котиков. Лайки посетителям, прибыль создателям.